порядок, чтобы здесь ничего не было, да? Но этот забор в соответствии с проектом. Если мы забор будем двигать, это уже штрафные санкции идут, ну, как говорится, в нашу сторону. То есть стройнадзор приедет, проверит габариты из этой красной линии, забор мы двигать не можем. Поэтому, если что, можно будет здесь спланировать песок этот, можно было раскидать, либо... Это ваш песок? Да, да, мой. Он вам нужен? Не, вы не теряйтесь, я просто спрашиваю. Забор мы двигать, честно, не можем. Отсыпать здесь они сделают. Давай эту планировку. Либо планировку мы можем толкнуть, переговорить, чтобы можно было здесь спланировать песок, чтобы вам проезжать. Если вы даете добро. Ну, либо туда перетаскать его надо, туда, во двор. Но вы имеете в виду, если вам же вы хотите туда проезжать? Вот живете? Это да, вот соседская машина, которая там живет, у нас дома два хозяина. То есть он не может домой ехать, машину вставлять здесь, менять. И ходит вот по натуре. Сейчас здесь строго определено, здесь мы не сможем заполнить. Ну, просто видите, нам обещали одно, когда сюда пришли строители. То есть забор стоял изначально вон там, вдоль забора. Потом нас путем, получается, обмана тогда. Сказали, что мы на неделю вот так сделаем, чтобы сделать канализацию. То есть на губ перенесли. Нет, давайте не строители. Здесь по проекту забор должен стоять. Мы не можем заполнить. Это иначе будет нарушение всех мер безопасности. Другое дело, значит, по песку что-то нужно помочь, давайте мы организуем. Просто, а дома тогда сколько должна быть? Должно быть расстояние до строительной площадки. Скорее всего, тут не по проекту просто-напросто. Нет, здесь граница земельного участка. Ну, а забор-то какая разница проект? Забор вы его подозвините, устанавливается вот... по границе земельного участка. Внутри. Внутри границы? Нет, по границе земельного участка. Внутри забора. Давайте так, значит, покажите участок. Границы, посмотрим, если это примем решение. Пока, если еще раз, границы установлены, забор тоже здесь стоит. Ну, в случае пожара, то есть не могли так дать. Я понимаю, что время... То есть, когда будет вопрос просто, он уберется, и здесь вообще не будет никакого забора. Здесь вопрос еще безопасности. Да, что здесь строительная площадка должна быть обеспечена забором по красной линии. Вот о безопасности. Когда был сильный ураган, вот этот забор упал. Вот это вот. Он неделю лежал вот такими гвоздями кверху. И когда приходили, говорили, что вы уберите этот забор, на нас все плевали, пока мы не вызвали участкового. Это неправильно. То есть неделю забор лежал, говорили прорабам или там мастерам. Вот. И где тут цель, где тут безопасность, если вот забор валял? Мастер старший здесь на участке, знаешь, что он лежал? Нет, вот стоит Денис. Первый раз вижу. Так вот вопрос, когда возникает, когда был ураган? Рядом. Да, он. Ладно, согласен, не согласен. Мы сейчас будем, значит, время дальше работать, да? Значит, еще раз по красной линии. Возьмите, пожалуйста, значит, покажите мне еще красные линии. Забор где должен стоять? Если должен стоять, значит, мы его не убрать не сможем. Но помочь, что нужно, касается, либо перетаскать, либо сравнять площадь, чтобы можно было дойти. Забор, чтобы больше не падать. Понятно, да? Все, давайте.